10 июня в Ярославле назовут лучших выпускников этого года. Отличников наградят одноименным сборником. Книга получила поддержку Министерства образования. Сборник «Лучшие выпускники» входит в программу «Российские интеллектуальные ресурсы». В Ярославской области проект стартовал 11 лет назад. В книге собраны фотографии и резюме выпускников учебных заведений региона, школ, училищ и вузов. Цель проекта – привлечь внимание к одаренным молодым специалистам. Особым интересом сборник пользуется у руководителей предприятий. Торжественное вручение состоится в Большом зале мэрии города.